Всем привет! Как вы уже поняли из названия ролика, с нашей любимой игрой Counter-Strike Global Offensive опять приключилась беда. Проблема заключается в просадке DPI мыши рандомным образом, как многие могли подумать. То есть в процессе вашей игры внезапно проседает DPI мышки, и мышь начинает двигаться медленнее. Естественно, если вы смотрите этот ролик, у вас скорее всего возник вопрос, а только ли это у меня? Или может быть это всеобщая проблема? Она распространяется на всех игроков, и проблема далеко не в вашей мышке, не в вашем оборудовании, не в операционной системе, не в драйверах. Проблема определенно в Counter-Strike Global Offensive после последних обновлений. Как мы знаем, разработчики не всегда делают успешные обновления, иногда возникают какие-то баги, недоработки и прочее. Итак, как я заметил, проблема возникает после того, как вы открыли оверлей игры, после чего закрыли его, допустим, если вам пришло сообщение, и при этом вы дергали мышью, после чего вас ожидает просадка DPI. То есть теперь мышь работает медленнее. И устраняется это только путем перезапуска самой игры. Единственное, как я придумал выйти из положения, это отключить на время оверлей самой игры. То есть переходим в свойства и убираем галочку «Включить оверлей Steam в игре». Конечно, какое-то время вам будет неудобно, так как вы не сможете во время игры читать сообщения, но я думаю, что это скоро пофиксят и проблема будет устранена. Здесь я ставил перед собой задачу разъяснить вам, откуда эта проблема взялась, как она устроена, почему появляется, и кто в этом виноват. Ну и на этом все. Всего вам хорошего. Надеюсь, что скоро эту проблему пофиксят.